У меня есть $5, они висят на холодильнике. Когда висели только $5 в холодильнике, я так образно приманиваю еду. Было очень много продуктов с нитратами, генно-модифицированных. Как только я повесил 500 рублей с православными крестами Соловецкого монастыря, вы знаете, у нас и продукты с женой и детьми стали намного качественнее в холодильнике. Ну что ж, спасибо, Михаил. Сегодня в гостях у программы «25-й час» депутат Государственной Думы Михаил Дегтярев. Он объяснил нам, почему нам доллар не нужен.